Традиционная ярмарка на площади Куйбышева начала работу в сентябре. Свою продукцию в областную столицу привезли предприниматели не только из Самарской области, но и из соседних регионов. Мясо, рыба, овощи, фрукты и молочная продукция. На сельскохозяйственной ярмарке каждый может запастись продуктами впрок. Фермеры везут все самое свежее. Эта продукция вся ночная, то, что ночью разливалось. А перекупщики, они же перекупают это за день, за два перекупают. А здесь все ночное, свежее. Для местных производителей ярмарка на площади Куйбышева – хорошая возможность продать свой товар. В этом году поменялся формат ярмарки. На площади разместили несколько больших шатров, благодаря которым удалось увеличить количество торговых мест по сравнению с предыдущими годами – с 240 почти до 300. Николай пчеловодством занимается много лет. На площадь Куйбышева приезжает ежегодно. В этот раз формат ярмарки приятно удивил. Предприниматель сразу заметил положительные изменения. Внешний вид вообще отлично, мусора мало. Я как вспомню, раньше это горы мусора было, сейчас вообще классно, да. Единообразие теперь появилось и внутри торгового места. Бейджи с именами продавцов, информация о производителе, фартуки и даже ценники – все изготовлено в едином стиле. Особое внимание и ценообразованию. Естественно, это отслеживается. Договор заключается с каждым участником ярмарки. Мы через Министерство сельского хозяйства получаем списки, которые именно производители. В первую очередь привлекаем их для работы на ярмарке. Естественно, это первый, он производитель, и для него это прямой сбыт. Соответственно, цена на такую продукцию, она будет существенно ниже, чем через вторые, через третьи руки. Половина сельхозпроизводителей, участвующих в ярмарке, представляют Самарскую область. Кроме того, здесь есть фермеры из Татарстана, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей. Самарцы говорят, есть из чего выбрать. На рынке на Губернском, например, столько рыбы, нет такого выбора. Мы исключительно за рыбу. Здесь настоящие продукты можно купить. Работа традиционной сельхозярмарки положительно отражается и на ценах. Специалисты городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка, товаров и услуг отмечают сезонное снижение цен. Больше всего на картофель, морковь, капусту, лук и яблоки. Существенное влияние на динамику цен на продукты питания оказывает фактор сезонности. Удешевление овощей в первую очередь связано с поступлением в торговую сеть нового урожая по более низким ценам. При этом на потребительском рынке городского округа продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан. Всего на территории города в осенние месяцы работало 8 муниципальных сельхозярмарок. На площади Куйбышева торговали до 29 октября. Затем из-за подготовки к параду памяти шатры переместили на новую площадку к музею Алабина. Светлана Гвардейцева соленья на Самарскую ярмарку привозит каждый год. Соленые огурцы, грибы и капуста пользуются большим спросом. Светлану каждую неделю ждут постоянные покупатели, и цены для самарцев у продавца демократичные. Мы, например, капусту везде подняли цену, мы еще не поднимали ее вообще. Потому что вот и даже люди идут, бабушки 50, 60, 80 торгуют баночку, у нас 50 рублей. Хотя она, конечно, себестоимость, уже живая капуста свежая стоит 60, 50 рублей, 70 килограмм. Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка становится более удобной. В этом сезоне закуплено новое оборудование. Торговые ряды на площади разместили в шатрах, которые потом быстро переместили на новое место. Было приобретено новое оборудование, большие шатры, просторные, светлые. Они заменили те палатки, которые были в прошлом году. Безусловно, теперь огромный плюс то, что сами продавцы и сами покупатели, они защищены от ветра, от осадков, от дождя. Также приобрели новое оборудование, торговые столы и прочее. У самарцев ярмарка пользуется большой популярностью и на новом месте. В последний день работы в этом сезоне здесь как никогда многолюдно. Кто живет в центре, они же не поедут вот на новую открывшую, а здесь прям мы с удовольствием все ходим. Просьба продлить. Такой выбор огромный. Мы вот ходим, отовариваемся, думаем, сейчас еще придем. Жалко, что до Нового года не продлили. Мне нравится. Я вот все время, я живу на Полевой, я все время мимо не прохожу.
Пчеловодством Марина Ростова занимается уже больше 20 лет. На Самарской сельскохозяйственной ярмарке она постоянный участник. Продавать мед приезжает каждый год. Липовый, яблочный, цветочный. Сладкое полезное лакомство есть на любой вкус. Когда узнала, что ярмарку с площади Куйбышева перенесут на другую площадку, сразу решила забронировать себе место для торговли. Рада, что она организовалась. Рассчитываем, что в будущем году тоже будет. Очень хотим. Но здесь вот нет мяса, народу, конечно, меньше. Пожелание, чтобы было и мясо, и рыба, и народ бы сюда потянулся. Мы заинтересованы, чтобы была торговля. Колбаса и ветчина от местных производителей пользуются большим спросом, рассказывает Светлана Туманова. Люди закупаются деликатесами впрок. Заранее узнают, будет тот или иной товар у продавца в следующий раз. Мы производители, сами производим. Вот. Народу очень нравится, пользуется спросом. Здесь колбаска наша, у нас очень много постоянных покупателей. И народ приходит также, у нас свои покупатели просто очень много. И которые вот здесь нет крупных магазинов, и поэтому народ вот этим ярмарками, он живет этими ярмарками. Вот. И все идут на рынок, все идут сюда, именно вот чтобы купить все свежее, все да, производители, потому что привозят свои продукты. Предприниматели из Нефтегорского района также на Самарской ярмарке торгуют каждый год. Держат молочную ферму. Натуральные продукты всегда пользуются спросом. 290 рублей килограмм. Это килограмм? Нет, наверное, побольше немножечко. Только 437 рублей, 430 рублей. Обычно товар реализуют в Кинеле на колхозном рынке, но в Самаре свежее мясо птицы и молочную продукцию разбирают быстрее. К тому же условия для торговли здесь предпринимателей полностью устраивают. Нормальные условия торговли, все хорошо. Единственное, конечно, мало торгуем дней, торговых дней получается. А так администрация лояльно к нам относится, все хорошо, все чистенько, все аккуратно. Столы рабочие, то есть все в порядке. И люди ходят здесь нормально, то есть мы можем деньги заработать какие-то. Год-то работаем для того, чтобы как дальше существовать. Деревня так не просуществует просто так. Так что мы только за. Есть на площадке у музея Алабина и предприниматели из соседних областей. Любовь Фьюнова разносолы в Самару привозит каждый год. И в этот раз работает до самого закрытия ярмарки. Нам понравилось, очень Самара хорошая. Прям люди хорошие, прям такие привычают, прям и хорошие люди. Хорошие, да, все очень хорошие. Ярмарка была продлена, чему, собственно, были рады как и предприниматели, так и покупатели, потому как уже сложились торговые отношения, уже есть свои постоянные клиенты, которые шли именно к тем или иным продавцам. Было принято решение о переносе ярмарки на площадку около музея Алабина, собственно, где мы и находимся. Более того, в прошлом году был уже опыт работы на этой территории. Также, собственно, клиенты и покупатели были, ну, может быть, не готовы к этому, но уже привычны к тому, что произошел вот такой определенный переезд. Купить продукцию местных фермеров в следующем году будет еще проще. В планах городских властей организовать сельхозярмарки в каждом районе Самары. Районную администрацию уже подыскивают площадки под размещение торговых рядов. При этом традиционная ярмарка на площади Куйбышева сохранится. До весны конкретные площадки по сезонным ярмаркам, по районам нужно увеличивать. Это те самые стоянки незаконные, автомобильные. Мы про это говорили в Октябрьском районе, насколько я помню, в районе Карла Маркса революционные. И по остальным районам жду предложений. Наверное, по Ленинскому, там, Самарскому достаточно площади Куйбышева. По остальным районам, Кировского не вижу, например, здесь совершенно, Советского, Октябрьского. Всего в этом году городские сельхозярмарки посетили больше 265 тысяч человек. Это в два раза больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользовались торговые ряды именно на площади Куйбышева. По информации городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка и услуг, за сезон традиционную ярмарку посетили почти 187 тысяч человек. Все, что касается ярмарки на площади Куйбышева, действительно формат изменился и он стал более удобный, более комфортный, даже красивый. Вы мне скажите планы на следующий год, что вы планируете все-таки поменять? Там, где остался и старый формат от старой ярмарки еще, то есть, соответственно, они будут также в шатровом варианте. И однозначно мы уже понимаем, что вот этот вот центральный шатер, он все-таки менее удобен, надо будет переходить на эти длинные такие.
Главам районных администраций поручено предложить варианты площадок для размещения торговых рядов до конца года. Концепцию размещения торговых площадок районы должны предоставить до начала весны.